Так, всем привет, с вами Комаров Виталий. Ну, у меня очередная посылочка, как говорится. Здесь 4 посылки. Одна из них принадлежит моему другу. И одна из них — это сюрприз-бокс с Алиэкспресс, в котором мы не знаем, что нам пришлют. Знаем, что электроника. Но с женой решили лишь бы только это. Не часы и не фотоаппарат. А все остальное прокатит. Ну, посмотрим, что нам прислали. Так. Ну и, как я понимаю, сюрприз-бокс — это вот это. Да, наверное, вот это. Так, ну что ж, начнем, наверное, с клатча для, как его, для телефона. Ну, для телефона я заказал. Короче, мне надоело чехлы покупать. Думаю, дай клатч попробую. Взял самый дешевый за 300 рублей. Ну, посмотрим, что он еще. Кстати, ссылочки на все товары будут в описании к видео. Так, ну что ж, вот такой вот клатч. Пупырочки. Ну, не знаю, к нему, конечно, привыкать надо. Это для карт, типа защитка какая-то. Ну, сделан вроде так, ничего. Здесь карты можно складывать, здесь отделение для мелочи. Как-то так. Здесь тоже карты. Вот такое вот отделение. Ну, вроде так ничего. Довольно-таки жесткий. А как он там? Телефон взял сюда, бросил. Ну, в карман, конечно. Вот он что из себя представляет. Физически такой вот. Карман, наверное, не сунешь. Так, а это куда прицепляется? Это куда должно прицепляться? Это, наверное, вот где-то. Потом найду, куда прицепить. Ладно. Но это вот такой вот клатч. Ну, мужской кошелек. Стоит он где-то 300-400 рублей, что ли. Самый дешевый, который я нашел. Самый дешевый и более-менее симпатичный. Как-то так. Так, ладно. Клатч откладываем в сторону. Телефон нафиг. Бумажки нафиг лишние. Так. Вот это... Да, это сюрприз-бокс, который, да, сперма-бокс вот этот. Вот. Что там прислали, я не знаю. Так, это... Так, а это у меня присоска должна быть. Так она для автомобилей. Ну, а я немножко для других целей ее приобрел. Стоит тоже довольно-таки она недорого. И вроде так ничего. Блин. Я не знаю. Ну, присосочка тут. Ну, сейчас мы пробовать не будем. Потом попробуем. Вообще эта штука увесистая, как я понимаю, это довольно-таки прочная штука. Она штука эта увесистая. Вот. Я не знаю, у нас тут такие даже есть или нет. Сюда, правда, нужно еще держатель. Как говорится, ну, у меня держатель есть. Вот он поворачивается. Вот так это все откидывается. Трещит. Раз, зажал. И стоит мертвый. Ну, блин, неожиданно надежная штука получается. Ну, по-моему, даже вот эта вот металлическая, что ли. Вот это я даже... Не знаю, ну, такое ощущение, что вот это вот из металла сделано. Блин, штука хорошая, понравилась. Ребята, рекомендую. Не забывайте, ссылочки будут в описании. Так, ставим. Так, бумажки лишние. Так, это... Виталий Владимирович, а вообще-то тут, что из них сюрприз-бокс, я уже не знаю. Вот это, или это сюрприз-бокс, или это сюрприз-бокс.
Так, ну так как здесь поцивильней, я думаю, что это не сюрприз бокс. Это заказал у меня друг, надеюсь. Это подсветка в машину, заряжаемая. Я нож не приготовил зря. Зря я нож не приготовил. Иди сюда. Ждем. То есть ее как бы берешь, заряжаешь, и она должна светить. В машине она приклеивается. Да, угадал. Блин, здесь что-то, я не знаю, что. Смотрю, не знаю, что там такое. Любопытство, конечно, забирает. Так, ну, что у нас тут с этой с подсветочкой? Вот такая вот подсветочка. Отвертка. Блин. Зарядный шнур. И сама фигня. О. А как включать? О. Блин, она уже пришла рабочая. Как она? Как она? О. Она с датчиком. То есть рукой. Пальцем коснулся, она включается. Вот такая вот штука. Здесь идет наклеечка. Стоит это удовольствие где-то 200 с чем-то рублей. Но ссылочка в описании будет. Ну, штука классная. Сейчас китайцы, по-моему, хрень не продают такую. Но за исключением вот этого сюрприз-бокса. Я удивлюсь, если там что-то такое дельное. Ну, вы сами напишите, дельное это или не дельное. Так, это мы отдадим. Так, бумажка нафиг, бумажка нафиг. Это я не знаю, что-нибудь куда-нибудь, бумажка нафиг. Так, это уже вот тот самый сюрприз. Или как он, мистери-бокс. Посмотрим. Так, жадно вскрываем. Вскрываем, разрываем. Да. Что же нам тут? Отвалили мы за него 400 рублей. И что у нас тут? Фу, ну, сдачи сюда не положили, это явно. Так, за 400 рублей, что же мы получили-то? Вот такая вот маленькая фиговинка. И получили, как я понимаю, зарядный шнур. Ну, ни часы, ни фотоаппарат, да. Зарядный шнур. Какого же он тут качества, я не знаю. Фух, для айфона. Ребят, у меня айфона нет. И вообще, их не любители этих айфонов. Может, кому-то подогнать. Сколько это может стоить, я понятия не имею. Посмотрю. Так что вот такой вот шнур. За 400 рублей достался. Для айфона. Может, переходник к нему взять. Себе что-нибудь заряжать. Так что. Вот такой вот. Это сюрприз. Ну, я не знаю. У нас в России такая хрень, она, да, дорогая. Ну, за 400 рублей я ни одного зарядного шнура для себя не покупал за 400 рублей, ребят. Сейчас скажу. Ну, электроника, электроника, все. Вопросов нет. Шнур, сюрприз-бокс. Вот так вот. Так что вот товар. Вот товар. Вот товар. Ребят, ну вот это вот меня особо удивило. Качество лютое. Мне понравилось. Такое ощущение, что оно железо. Может быть, пластик хороший. Ну, сделан качественно вот это вот. Все ссылочки будут. Что касается клатч, тоже сделан нормально. Вот, кстати, дырку нашел. Ура. Тоже пошит он нормально. Никаких ниток, ничего. Все. Все ровненько. Все ладненько. Такое отделение для мелочи, для мелочевки. Никакие нитки, ничего не торчат. Ничего нигде. Косяков нет. Ну что ж, китайцы молодцы. Мы, как говорится, покупаем. Так что, до новых встреч, ребят. Может быть, в скором времени у меня еще посылочки придут. Все, покедова.